Чувашии владельцев ресторанов, баров и рюмочных могут обязать оповещать родителей о присутствии в данных заведениях детей. Соответствующий законопроект одобрен Кабинетом министров республики. Нахождение детей в подобных местах, особенно ночью и без сопровождения родителей, может причинить вред их здоровью, интеллектуальному, психическому и духовно-нравственному развитию, отметил министр образования Чувашии Юрий Исаев. Предприниматели уведомляют родителей, законных представителей и до приезда родителей принимает меры по недопущению причинения вреда здоровью и развитию ребенка. Если информирование родителей не предоставляется возможным, то предприниматель должен уведомить органы внутренних дел. Предприниматели, которые выполнят вышеуказанные требования, освобождаются от ответственности за нахождение детей в их заведениях. Проект закона направлен на рассмотрение в Госсовет Чувашии.